Здравствуйте, ребята и родители. Меня зовут Аня, я работаю в детском саду «Солнышко». Я работаю воспитателем. Сегодня мы изучаем очередную букву английского алфавита, букву «С». И мы выполним аппликацию с цветной бумаги, и буква «С» у нас будет в форме змеи, потому что «S» is for snake. Для выполнения работы нам потребуется буква «С», вырезанная в форме змеи. Обратите внимание, это будет голова, а это будет хвост. Аппликацию я решила выполнить на цветной бумаге. Выбрала розовый фон. Мне кажется, так будет ярче и красивее. Мы намазываем букву клеем. Те движения, которые я выполняю, могут выполнять дети. Прихлопывающие движения. Затем мы приклеим язычок. Такой вот яркий язычок получился. Затем я приклею глазки. Наша буква «С» уже похожа на змею, но я хочу, чтобы наша змея была красивая, нарядная. Поэтому я возьму кусочки цветной бумаги и вот такие вот мягкие помпончики и буду украшать змею. Вы можете выбрать другие материалы для украшения. Вот так. Кусочек за кусочком я наклеиваю. И вот я заканчиваю. Я приклеиваю последний кусочек бумажки цветной и последний помпончик на хвостик нашей змеи. Вот какая змея у меня получилась. S is for snake. Попробуйте и вы сделать такую же.